Сегодня, 17 марта, прославленный хоккеист и тренер Салавата Юлаева Роберт Мурдускин отмечает 70-летний юбилей. Роберт Александрович – настоящая легенда уфимского хоккея. Хоть он и не был своим доморощенным игроком, но в столице Республики Башкортостан прижился и быстро стал любимцем у местных болельщиков. Наверное, если вспоминать, то это приезд, вот приглашение меня в Салават Юлаев. Это было в 1967 году, как раз было открытие Дворца спорта. И первая игра за Салават Юлаев, в которой, мне помнится, если не забыл, забил 2 гола. Не любить его, как говорят очевидцы тех лет, было невозможно. Уж больно отчаянно бился и сражался в каждом матче Мурдускин. По завершении игровой карьеры Роберт Александрович даже и не думал уходить из хоккея, а сразу занялся тренерской деятельностью, где также добился значимых успехов сначала на работе в юлаевской «Сдюшор», а потом и в работе с уфимской командой мастеров. Среди его воспитанников сразу несколько известных хоккеистов, из которых можно отметить Андрея Зюзина, Асхата Рахматуллина, Азата Шарипова и Андрея Сидякина. Все они в один голос говорят о необычайном тренерском таланте Роберта Мурдускина, давшего им путевку в жизнь и до сих пор тепло общаются со своим первым тренером. Именно мы пришли мальчишками, которые о хоккее вообще ничего не знали. А он нам привил именно ту самую любовь, и мы вот с этой вот, с этим чувством мы и полюбили хоккей, поэтому мы занимались. То есть постоянно мы там совершенствовались, он нам что-то подсказывал, рассказывал, и мы это впитывали. Я считаю, что Роберт Александрович Мурдускин настоящий профессионал, и, конечно же, он мне очень много дал в хоккейной жизни с того момента, когда я к нему пришел. Вот, и много турниров проводили. Вот. Вы знаете, много перечислять, это дня, мне кажется, не хватит, 2 дней, сколько было хороших моментов. И вообще он вкладывал душу в нас. За плечами Роберта Мурдускина громадный опыт, накопленный за время жизни в хоккее. Даже сейчас, празднуя 70-летний юбилей, он и не думает отдыхать. Да, большую часть времени теперь Роберт Александрович посвящает своим детям, внукам и правнукам, но и про спорт не забывает. В последнее время он тренирует одну из уфимских любительских команд. Что уж говорить, Роберт Мурдускин – легендарный хоккеист и наставник, про которых говорят, что он по-настоящему болен хоккеем. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».